Друзья, всем привет! Вы снова на канале Олег Каменский. И вот этим сварочником, вы представляете, что можно сделать? Вот тем вот, который у нас в предыдущих сериях. Вот такая вот замечательная получилась оградка. Железо 1,5, профиль 20, корзиночки вроде бы 10 сантиметров. Смог приварить шпингалет, у него там 0,5, наверное, толщина петельки, ну они чуть потолще, где-то 0,8, тоже нормально приварились. Вот такую вот оградку сварил, сварганил сварочником, который в предыдущих видео. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Хейтеры, обязательно вам нужно писать и рассказывать, где какие минусы, какую краску нужно использовать, чтобы она продержалась много-много лет. Хотя бы 3. Вот. Вот такая вот получилась оградка. Красивая, некрасивая, напишите. Это самый такой бюджетный, простой вариант. Стоимость ее для этого человека вышла 12 тысяч. В продаже она 15 тысяч всего. Размер ее 3,5 на 3,5. Высота 1 метр. Плюс ножки капаются. Немножко тут меня отвлекают. В общем, всем пока. Пишите. До свидания.